кейсах, в коробочках. Есть коробочка для машины, коробочка для отношений, коробочка для учебы. И когда мужчина достает какую-то коробочку, он говорит только о том, что в этой коробочке. То есть если коробочка для машины, то только о машине. У женщины связано все со всем. И из-за этого вот человеческий мозг он так устроен, мы запоминаем быстро только то, к чему у нас есть эмоциональная привязка. Почему языки учатся в среде быстрее, чем когда ты сидишь за партой? Потому что есть картинка, есть эмоция, есть слово, и оно расклеивается. Поэтому женщины помнят все обо всем, потому что до всего есть дело. Мужчины не помнят ничего. Мужчины не помнят, как у друга сына зовут. Я всегда у жены спрашиваю аккуратно перед тем, как зайти в дом. Там, ну, я не помню. Реально не помню, потому что мужской мозг, он отсеивает все, чего не нужно. Ну, или вообще все отсеивает, не знаю. Вообще ничего не помню. А женский мозг, он так устроен, и поэтому в корпоративных войнах вы сильнее. Реально сильнее. Мужчина эффективен в войне, в каких-то в конкретных...